залишаєшся. Проте вже не будь. Ми йдемо куди-то. Ладно. В общем, у нас тут... Мы поднимаемся на гору Эверест. Я перехватила телефон, фотоаппарат. Да, это наши вожди. Короче, да, мы сейчас идем по горе Арарат. Поднимаемся в горы. Нас встречают много людей. Целых три, четыре, три. Сейчас мы оставим костюмы и приступим к миссии. Выполнение миссии. Я помню эту миссию. Мы туристы, я была тут, я помню зайца. Да, я с вами была. Мы пошли в 13-ю комнату, 12-я комната. Так, много детишек. Привет! Привет! О, вообще, короче, мы вашу гору еле покорили, у нас ноги очень болят. Короче, ладно, я выключаю. Душевно. Это наши закулисья. Можно? Да. А меня не было. Вот это лайк. Знаешь, говорю, что меня не будет, я паркурил. Паркурил, паркурил. Где ты паркурил? Такое пропустил вообще. Паркурил. Сюда говори, где был. Где был? Паркурил! Говори, я был на паркуре. Скажи, я не в курсе, ребят. Скажи, я не в курсе. Понятие простите. Давай зубы покажем. Ты умеешь паркур? Да. Ну и что ты боишься сказать? Я был на паркуре. Ну я лобал там на паркуре. Лобал? Лобал вообще. Давай, сделай что сегодня. Лобал это? Лобал. Лобал. Лобает на гитаре, а в паркуре еще делает. Да, лобание это, короче, там, это. Лобзание любви. Стоишь на камушке, крыша там далеко у тебя, и прыгаешь прям. Хватаешься пальчиками и поднимаешься. Сильно поднимаешься? Нормально поднимаешься. Ну классно. Тебе нравится? Мне вообще нравится. А Фофан тебе паркур набил? Фофан нет. А кто набил? Покажи Фофан. Твой ровесник. А что с чему так? А, да, я иду. А тебе сколько лет? Тебе сколько лет? А, мне 13. Ты договорился, наверное, да, с ним, что получил? Нет. Нет, ну ладно. Покажи вот так фингал сюда в камеру. Ага. Давай, да мы зато тебя помнить будем на память. Давай с тобой. Давайте с ними сфотаемся. Давайте. Где фототься? Да.